проекте, это «Романс нищая». Потому что сегодня концерт романсов все-таки. А я про западную... Про Васю. Я могу сказать, что Василий Гирелло один из лучших, наверное, певцов в нашей стране. И у него совершенно уникальный голос. Поэтому, как человек, он необыкновенно приятный, легкий. С ним очень легко работать и на сцене, и в жизни общаться. Он, я не знаю, искрится, он энергию дает, какую-то сообщает себе дополнительную. Потрясающе совершенно. И вот мы с Васей будем петь еще, кстати сказать. Наше сотрудничество не прекратилось, мы будем петь с ним и в московском моем концерте. К сожалению, сегодня он не смог со мной выступить, потому что заранее, там, задолго до того, как был объявлен мой концерт, у него какой-то свой собственный был спланирован, к сожалению. Но тем не менее, мы здесь в Питере с ним встречались и репетировали. И вообще он предлагает мне что-нибудь еще спеть из итальянской такой классики. В общем, я думаю, что мы с ним еще споем. Будущее. Спасибо, Миша. Здравствуйте, уважаемый Валерий. Здравствуйте. Вы с вами потрясающе выглядите. Просто как и всегда. Я ваш земляк, правда, из города Балаково. И, соответственно, вопрос у меня связан с родиной вашей. Как часто вам удается бывать в городе Аткарске? Когда последний раз вы были? И как, помимо общения с родными и близкими людьми, проводите время для своей родины? Спасибо. Вы знаете, у меня всегда очень такие кратковременные визиты. У меня, правда, у меня очень мало свободного времени. Я приезжаю туда буквально на день-два. Раз в году это случается. Но мои дети туда приезжают чаще. Они навещают свою бабушку и прабабушку, когда у них каникулы. Чаще, наверное, это моя бабушка, то есть прабабушка моих детей, ей 98 лет, конечно, она не может к нам ездить в Москву, в силу возраста такого почтенного. Но мама моя, конечно, приезжает, она с нами путешествует и за границей, и повсюду. Да. Как я провожу время? Когда я приезжаю в Аткарск, мне нужно навестить всех родственников. Это главная задача. Иногда захожу в свою школу. В общем, вот так. А что там еще делать можно? Скажите мне. Спасибо. Валерий, я нашла тут такого поклонника. Вставайте, молодой человек. Здравствуйте. Мы к вам тоже прилетели специально на ваш концерт из города Архангельска. Правда, у нас не 7 часов перелета, 2:30. Вот. Как радостно. Знали, вот я взяла всем родственникам по диску, чтобы автограф, да? А еще хочу спросить, когда вы к нам приедете? Родственники, телефон разорвали, спрашивают. Я не расслышала только название города. Архангельск. Архангельск? Я же была только что в Архангельске. Ну, они еще хотят не попали. Валерий, у нас там есть магазин, предлагаем там провести тоже встречу. Пожалуйста, не раньше, чем через год все-таки. Мы не можем через год. Чтобы не надоесть, чтобы дать возможность немножко соскучиться. Так, у кого еще вопросы в зале? Кстати сказать, можно так вот в скобках, да? Вот этот концерт наш большой с симфоническим оркестром, вряд ли мы сможем привезти в каждый российский город, потому что проект действительно очень масштабный и дорогостоящий. У нас будут концерты помимо Москвы, еще в Екатеринбурге. И один из первых городов, который предложил нам провести этот концерт у себя, это город Архангельск, между прочим. Так что, может быть, мы с этой программой приедем к вам. И, может быть, даже раньше, чем через год. Спасибо. Так, пожалуйста, вот еще один вопросик, да. Здравствуйте, Валерия. Я учусь в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. Там мы репетировали 2 дня. Да, я знаю, поэтому хотела сказать, как вам у нас понравилось. Очень понравилось. Знаете, как интересно, у меня, оказывается, сын мой играл на сцене политехнического университета в этом году, в мае месяце, когда участвовал в фестивале здесь, в Санкт-Петербурге. Вот. А я с ним не была тогда, поэтому теперь имею представление, что это за зал, очень красивый и достойный. Я знаю, что там проходит очень много мероприятий классических. Ну, здорово. А вот Иосиф очень в столовой понравился. Впечатлил его в столовой. Пришел с пирожными. Говорит, слушай, хочешь чай с пирожными школьными? Да, студентов тоже. Им тоже было приятно. А куда убежал-то? Я хотел бы еще спросить по поводу книги. Мы вот сегодня собрались по поводу презентации, да, в некотором смысле книги о йоге. Как она рождалась, потому что о йоге, так сказать, миллион книг написано. И чем твоя отличается от миллиона? И будет ли продолжение автобиографической книги? И когда наконец-то напишешь книгу «Григорий»?
Это к Пригожину вопрос. Продолжение. Интересно, потому что там нет острых ощущений. Да, автобиографию мы же... Наша жизнь создает биографию. Прошло еще очень мало времени по сравнению с тем описанным периодом в первой книге. Поэтому нужно еще немножечко пожить, пройти какой-то путь. Не, ну пока нет. Там поживем, увидим. Если в первой книге было написано первые 35 лет жизни, то что здесь еще прошло всего ничего. Что касается книги о йоге, знаете, на самом деле я страстная поклонница йоги. И пришла я... перепробовав, наверное, разные виды фитнеса, все испытав на себе, там и каланетику, и пилатес, и походы в тренажерные залы. Все, вообще, на самом деле, человек должен двигаться. И неважно, чем вы занимаетесь, в любом случае, это хорошо. Но когда я начала заниматься всерьез йогой, я вдруг почувствовала все ее преимущества именно для здоровья. Потому что, ну, знаете, мы все... жертвы нашей школьной неправильного сидения, скажем, за партой, да, и у нас что-то где-то во взрослом возрасте уже начинает чувствоваться в спине, а у некоторых и у детей проблемы на самом деле. Вот, и вдруг я поняла, что через 2-3 недели у меня появилась какая-то совершенно невероятная легкость в спине. И я стала на гораздо гибче, о чем всегда было достаточно пластично. А здесь просто я поняла, что с моим телом что-то происходит. И еще факт, который меня просто сразил на повал. Это было, наверное, через месяц после занятия, после того, как я начала заниматься йогой. Где-то в одной из гримерок у нас стоял ростометр. И я встала, ему, какого интересного я роста. Я всегда была рост 1,70 м. Я встала, и 1,72 м. И я поняла, что это не чудо, я не продолжаю расти, как Филипп Киркоров. Я просто вытянула свой позвоночник. Поэтому, если кого-то волнует ваше здоровье, друзья, оно в ваших руках. Я понимаю, что это я с иронией сказала, но волнует всех. Здесь вот нужно самим заниматься. Чудес не бывает. И это такая, знаете, как самомануальная терапия, я бы так сказала. Вот я, например, совершенно не, у меня нет времени ходить к массажистам, там, к мануальщикам и так далее. Я себя поддерживаю в форме исключительно йогой. Чем книга эта отличается? Наверное, каким-то личностным отношением. Я не претендую на то, чтобы быть профессионалом. Хотя я могу вот с точностью сказать, что все асаны, которые демонстрируются там, они выполнялись под чутким руководством грамотного преподавателя, опыт работы которого там уже 20 с лишним лет. Я продолжаю периодически все равно заниматься преподавателем. И я даю там какие-то советы, но пройдя сама через что-то, да, через какие-то свои там ошибки, я могу сказать, что ни в коем случае нельзя начинать с сложных поз, ни в коем случае нельзя начать заниматься йогой, не зная точно, что у вас происходит в организме. То есть консультация врача обязательно, и хотя бы 1-2 урока нужно взять у грамотного преподавателя. А потом можно уже заниматься по книге. Об этом я всем говорю. Это просто какой-то личный опыт, личное ощущение, представление. Там не только о йоге вообще эта книга, а книга вообще о здоровом образе жизни. Это, наверное, был наш последний вопрос. Я могу сказать от себя, я знаю, чем отличается эта книга, по крайней мере, та, которая лежит здесь у нас на выставке. Она может оказаться хорошим подарком к Новому году, и тогда, когда на ней появится автограф. Вы знаете, я могу сказать, что я действительно на своих концертах очень часто даю автограф такого содержания. Она пишет в день рождения там кому-то. Вот эти книги действительно подарок часто дарит. Чудесный подарок. Вот сейчас у вас есть возможность взять в руки эту книгу и пройти сюда, в зону к Валерии за автографом. Я очень прошу соблюдать порядок. Получат автограф все. Заходим вот сюда и выходим.